Всем привет! С вами по-прежнему Иванна, и сегодня мы в гостях у ХК Русичи Kids. Сейчас мы немного попытаем всех причастных к нему, покажем вам все изнутри. Кто знает, возможно, сейчас вы думаете именно о том, в какой клуб отвезти своего ребенка на хоккей. Надеемся, что это видео вам будет крайне полезным. Начинаем! Тренировки ребенку даются бесплатно. Если потом все всех устраивает, дополнение за счет клуба Русичи выдается ребенку полная хоккейная экипировка. Все верно? Абсолютно верно, все верно. И нигде такого нет, нигде. Мамы, папы, нигде такого нет. 3 тренировки бесплатно, если и полностью экипировка выдается, повторюсь, бесплатно. Все за счет клуба. Приходите, приходите. Еще, да. Вот на ваш взгляд. Чем уникальна еще ваша школа? Чем еще детей можно увлечь, чем вы увлекаетесь? Ну вот смотрите, сзади вас сейчас у нас каждое воскресенье, да, после тренировки детишки переодеваются, и у нас есть мастер-класс. То есть мастер-класс творческий, да, Алина вот правильно меня поправляет, творческий мастер-класс, который ведет наша безумно хорошая, в хорошем смысле этого слова, Милана, да. То есть вот, очень талантливый человек, она занимает всех детей, она придумывает каждый раз новые какие-то тематики, это монстрики, это снеговики, это машинки. Сама идея этих ребят создать именно индивидуальный подход, чтобы дети развивались как команда, не как индивидуальный хоккеист. Mm-hmm. Вот этот командный дух, я думаю, что для мальчика, который растет, это очень важно. Поэтому я даже не сомневалась, не смотрела никакие другие клубы, там более именитые, да, так mm-hmm. скажем. Я верю в наших русичей, что мы еще заявим о себе. Поэтому вот мой выбор именно был такой, с души. То есть я видела пример взрослых для ребят. Сколько вообще подчинений у тебя сейчас деток, пупсиков, будущих мужчин? Но в моей группе старше это порядка 80 человек, у младшей чуть побольше, но у нас идет активный набор, поэтому приходите. Нравится настроение, которое задается изначально, с самого начала тренировки. Дети с большой радостью идут. Мой сын с огромным желанием всегда торопится, бежит. Ну и, в принципе, это нас хороший тренерский состав в том числе. Спонсором Русичи Kids. Что тебя натолкнуло? Ну, здесь катаются мои дети, и есть очень много идей у клуба. И для того, чтобы клуб развивался быстрее, нужны финансы. Вот мы и помогаем. Моего сына Николая уже есть результат. Он первый раз, когда пришел заниматься хоккеем, он только ходил по льду, не мог скользить, постоянно падал. Сейчас же он практически не падает и уже достаточно быстро катается.
У нас два тренера на льду. То есть детки, которые только делают первые шаги, к ним отдельно тренер, предполагается, который учит прям базовым первым шагам. Детки, которые уже получили какой-то опыт, они уже переходят как бы в этот же тренировочном процессе, но к другому тренеру и получают более серьезные навыки. Русичи! Русичи! Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».